В Ульяновской области растет заболеваемость COVID-19. Общее количество заболевших за прошлую неделю превысило 2000 человек. Жителям региона рекомендовано пройти ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции в соответствии с личным графиком, а также привиться от гриппа. Примечательно, что привиться одновременно можно и от ковида, и от гриппа. То есть в каждую руку, в одну руку прививается вакцина от ковида, в другую руку прививается вакцина от гриппа. Переносится хорошо, прививаем мы уже таким образом второй год, в прошлом году тоже уже было разрешено прививать одновременно обеими этими вакцинами. Поэтому мы приглашаем наше население на вакцинацию и от гриппа, и от ковида. Пандемия COVID-19 не исключает эпидемию гриппа, потому что оба заболевания передаются от больного человека к здоровому при чихании и кашле. Заболевшие и гриппом, и COVID-19 переносят болезнь значительно тяжелее тех, кто заразился только чем-то одним. Кроме того, один и тот же человек может одновременно заразиться и вирусом гриппа, и коронавирусом. Минздрав России рекомендовал прививаться сразу от двух недугов. Перед прививкой пациента осмотрит врач. У нас ведется непосредственно прием осмотра врачом-терапевтом, медицинским персоналом. То есть при том, как пациент к нам приходит, он непосредственно заполняет анкету, где указывает все необходимые параметры, которые там требуются. Помимо этого, медицинская сестра сначала измеряет артериальное давление, меряет температуру, сатурацию. И уже после этого она отправляет к врачу-терапевту. Терапевт уже делает заключение, делает более тщательный опрос пациента. И на основании его ответов непосредственно дает согласие на ревакцинацию. Жительница Ленинского района Ульяновска Людмила Ежова недавно отметила 80-й день рождения. Женщина внимательно относится к своему здоровью, вовремя проходит ревакцинацию и каждый год делает прививку от гриппа. В этом году она сразу ревакцинировалась еще и от ковида. Ну и от ковида я постоянно прививалась, так как у меня семья, хотя внук болел со снохой, но я не заболела, хотя проживаю в большом доме. Поэтому у нас, как говорится, лифт и все прочее. Но народу очень много, особенно в первую прививку, очень много народу у нас болело, переболело и умерло достаточно. В доме порядка 20 человек. Поэтому стараемся защититься, тем более мы люди возрастные, с хроническими заболеваниями, мне уже 80 лет. С начала прививочной кампании в регион поступило 890 517 комплектов вакцины от COVID-19. Остаток препарата составляет почти 90 тысяч доз. В Ульяновской области продолжают работать стационарные пункты вакцинации и выездные бригады врачей. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.